Друзья, всем привет! С вами Леся, и я хочу вам показать свой небольшой заказик из магазина «Подружка», а также показать мелкие косметические покупки, которые мы сделали в Перекрестке. Сегодня делали такую хорошую закупку продуктов, все закончилось, и вкусняшки, и фрукты, все дома. Ходили, продуктовую покупку делали большую, и, собственно, кое-что косметическое я приобрела нужное. Ну, давайте начнем с покупки. И это будет бренд NYX. Да, в очередной раз я хочу дать данной марке шанс. А все потому, что у них очень столько креативных идей, красивые лимитки выходят. Я все время сдерживаюсь, красивые цвета, но в этот раз, когда я специально искала помаду нужного мне оттенка, я ее нашла у NYX, я ее нашла у Maybelline в жидком формате, и я ее нашла в новых помадах Lancome. Ну, до Lancome мы еще с вами дойдем, потому что я там хочу, если приобрести помаду, то с подарочками. Ну и NYX тоже получился с подарками, но как же, все как я люблю. Значит, это вот такая вот помада, называется она Emotion, эмоции. Я очень хотела подобный цвет, и когда я нашла его у NYX стоимостью 781 рубль, я говорю ту цену, которую заплатила я, то есть с учетом скидки. Утренняя цена, по-моему, была там дополнительная скидка. Я заказывала по интернет-магазину и просто сделала самовывоз. Благо, у нас тут, ну, буквально 3 минутки, и подружка находится практически рядом с домом. Заказала я вот такой вот оттенок. Сейчас вам покажу. Оттенок очень красивый, такой, как я хотела. В оттенке, конечно, я не прогадала. Я ей уже накрасилась. И конечно же, я постараюсь вам вставить фотографии, как эта помада выглядит на мне. Значит, здесь у нас сердечко такое, видите, да? И здесь сердечко. Помада красивого фиолетового оттенка, креативного, то есть это не классический цвет. Единственное, что меня немножко смущало, то что она не матовая, и что у нее такой как бы легкий сатин есть, что ли, как увлажняющая помада. Что по помаде могу сказать? Конечно, если вы привыкли пользоваться помадами люкс, как это делаю я, вы почувствуете разницу. Во-первых, она как-то трудновата в нанесении, то есть она вроде не сухая, но ее трудно нанести. Она как тормозит на губах. Нет вот этого легкого скольжения. И она липковатая, честно, как будто бы у меня на губах блеск. Ну, как-то для меня это непривычно. Единственное, что, конечно, оттенок просто потрясающий. Из-за оттенка вот все эти нюансы можно как бы простить. Аромат у нее не самый тоже приятный, но как бы не мерзкий. Оттенок, конечно, это что-то потрясающее. Здесь ничего как бы не отнять. И могу сказать, что мне как-то дарили помады NYX, но они были не моего оттенка, но я их пробовала на губах еще давно. Жидкая какая-то у меня была, и у меня на них не было аллергии. Хотя, вы знаете, я аллергик, и на большинство бюджетных помад у меня аллергия. Также при покупке NYX продукции для губ, по-моему, только продукции для губ, хотя там не только помады участвуют, а я видела, что какие-то еще средства, не знаю, может, имеется в виду все, что касается губ, хоть как-то, может быть, и лицо тоже, не знаю. При покупке продукции для губ вы получаете в подарок вот такой вот ежедневник. То есть не любая продукция участвует, а именно определенная. Так что смотрите. И, конечно же, подарок виден в корзине, если он вам предназначен. Вот такая вот тетрадь.
Здесь у нас такие вот листы, то есть это разлиновка. В общем, такая вот тетрадь, веселенькая. Очень люблю я подарки с покупками, поэтому, смотрите, прям под мою помаду. Поэтому, ну, для меня это такой приятный бонус. И сейчас я попробую, надеюсь, получится, вставить вам фотографии, как же эта помада смотрится у меня на губах. Девочки, и сейчас покажу быстренько покупки, такие как бы домашние. Это у нас жидкое мыло, бархатные ручки. Мужу моему понравилось, видимо, нейтральный запах. И он повторно его взял. И взяли также палмолив с оливой, с экстрактом лайма. Я думала, что с оливой, если честно. Я еще говорю мужу, ну давай уж палмолив с оливой возьмем, а это оказывается лайм. Ну ладно, ничего. Очень быстро жидкое мыло уходит, поэтому пускай. Честно говоря, не бюджетно. Одно из них стоит 260 рублей, по-моему, бархатные ручки. А палмолив что-то 319, что-то такое. Ну, то есть вообще не бюджетно. Зато бюджетно стоит моя любимая интимка за 120 рублей. Обожаю ее с ромашкой. Шикарный продукт. Буду постоянно покупать, очень-очень мне нравится. Ну, это все покупки. На этот раз буду с вами точно прощаться. Всем большое спасибо за внимание, всем пока-пока.